прям расстроился, что так мало дали нам послушать, но на то есть и программа Дениса Катаева «Искусственный отбор». Буквально через 10 минут, напомню вам. А у нас сейчас рассказ из серии «Эти забавные швейцарцы». Высший суд Швейцарии признал незаконными прогулки по лесистой и горной местности в голом виде. С чем это связано? Выяснял Егор Погорелов. Егор, ждем душещипательной истории. Да, Никит, привет. Это настоящий удар для многих швейцарцев. Дело в том, что в этой красивейшей стране очень популярен нудистский туризм. Рассмотрение дела о запрете такого туризма было связано с инцидентом, произошедшим на северо-востоке страны. Несколько лет назад местные власти были вынуждены заняться решением вопроса о людях, гуляющих в обнаженном виде. Речь идет о деле некоего швейцарца, которого в 2009 году за прогулкой голышом застала местная жительница. Женщине не понравилось поведение мужчины, и она обратилась к властям с просьбой наказать голову туриста за непристойное поведение. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 100 швейцарских франков, но нудист отказался платить и начал судиться со стражами закона. Первый суд оправдал мужчину, однако позже было еще два рассмотрения этого дела в высшем суде страны, который в итоге признал туристический нудизм незаконным и разрешил полицейским страны штрафовать нудистов. Одновременно с этим сегодня же было принято еще одно весьма занятное судебное решение. Власти Швейцарии разрешили гражданам выращивать коноплю дома в личных целях. Предлагается не только освободить их от какой-либо ответственности, но и от необходимости декларировать свою деятельность. Но не все Швейцария в восторге от подобной инициативы. Теперь же марихуанисты романской Швейцарии могут праздновать победу. Именно они добивались этого разрешения. С нового года будет разрешено выращивать и употреблять в пределах своего жилища коноплю. Правда, не более 4 кустов. Ну, своеобразный швейцарский итог у нас. Без одежды из дома ни ногой, зато коноплю выращивай сколько хочешь. Спасибо большое. Егор Погорелов изучал законодательные решения.